забери меня отсюда, пожалуйста. Слушай, ну по-любому, сумки надо выручать. Без конфет я не могу. Тогда сам за ними побежишь. Я покажу тебе это место. Сиреноголовый? Опять? Никого нет. Но все, ты меня бесишь. Надо им позвонить. Не то, не то. Вот, папа. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Не берет трубку. Что же случилось? У меня есть план. Я сам на вас открою охоту. Пока убегу. Опять что ли гонится? Быстрее, поехали! Вот ты клёво от него убежал, только пятки сверкали. Ага. Ну все, сейчас будем действовать по другому плану. Он меня уже достал. Чё они за нами ходят? Что ты задумал? Сейчас приедем домой, я всё расскажу. Мам, пап, что случилось? Вы где были? Я вам звонила вообще-то. Блин, Полин, ты не поверишь. Я там встретила снежного человека. А на меня вообще чуть сиреноголовый не напал. Снежный человек и сиреноголовый? Вот именно! Опять сиреноголовый! Да уж, Cartoon Cat был точно прав. У меня есть план. План? Какой план? Мне нужно время на подготовку. Потом узнаете. Оставайтесь пока здесь. Я вам все покажу. Не нравится мне все это. Как твой мать сиреноголового. Эта вещь как раз пригодится, но нам здесь нужен верстак. Что ты там делаешь? Погоди, погоди, не до тебя, давай позже. Да, ребят, схема очень сложная. И тут не может быть ошибок. Если я здесь сейчас ошибусь, то сиреноголовый поймает нас, а не мы его. Так что знаете что? Поддержите, пожалуйста, наш канал. Поставьте лайк и обязательно подпишитесь. Ну а мне нужно делать дальше.
созрел план. Давай скорее показывай. Смотри. Ничего себе ты тут нарисовал. Так, наша цель — это сиреноголовый. А почему только сиреноголовый? Ведь нас встречался не только он. Ты не понимаешь. С него как раз все началось. И это надо как-то прекратить. Приманка. Первый пункт в твоем плане – приманка. Надеюсь, это не я? Приманка уже готова. Одну секунду, я сейчас все покажу. Вот. Вот это агрегат! Да так похож на сиреноголового! Вот именно! Я его сделал похожим на сиреноголового! Ты посмотри! Я его подключу к электричеству. Я присоединил все датчики и микросхемы, которые будут подключены к моему телефону. У меня есть разные звуки. Один звук тогда, когда сиреноголовый приближается. Слушай. Точно. Мы слышали этот звук все время в лесу. Но это еще не все. Второй звук, когда он готовится к нападению. Да, этот звук я ни за что не забуду. Но и третий звук будет тогда, когда они между собой переговариваются или зовут друг друга к себе. Я перекодировал их язык на русскую речь. И мы можем в любой момент их позвать. В этом случае нам помогут вот эти наушники. Они подключены к телефону и как раз к этому аппарату. Мы что, сможем с ними разговаривать и понимать, что они говорят? Вот именно! Мы их будем понимать и сможем захватить сиреноголову по моему плану. Второй пункт – это наблюдение. Мы что, засаду ему устроим? Конечно! Выставим приманку и будем их ждать! Ну хорошо, допустим, мы сможем вызвать сиреноголову. Он клюнет на твою приманку. А как мы будем осуществлять захват? Ты не поверишь, я все это предугадал и приготовил настоящие магниты. Мы что, сиреноголову магнитиками будем ловить? Я загуглил и все узнал. Ты знаешь, у сиреноголова внутри находится железо. Я сейчас не тратил зря время и изготовил самые крутые магниты, которые могут захватить сиреноголову или любой металл, который находится в нем. Невероятно! Сиди здесь, я тебе сейчас покажу супер разработку, которую я изобрел сам. Внимание! Это супер крутые магниты! Мы любого сиреноголову зажмем в тиски! Вот это разработка! Так, стоп! Ну зажмем мы сиреноголового в тиски с твоими магнитами. Что мы с ним будем делать дальше? И тут дальше мы действуем по моему плану. Нам понадобится снотворное. Я даром время не терял. Я приготовил бомбочки, которыми закидаем сиреноголового. Ему будет крышка! А если придут другие сиреноголовые? У меня тоже возникла эта мысль, но тут я тоже подготовился. Я сейчас тебе все покажу. Мы возьмем вот это ружье. Я сюда вставлю патроны, которые тоже обработаю снотворным. Ты основательно подготовился. Но четвертый пункт в твоем плане – это ликвидация. Что ты имеешь в виду? Все верно подметила. Мы возьмем одного сиреноголового, захватим, приведем домой и сделаем над ним опыты. Хороший план. Тогда сейчас отсыпная
А завтра в бой!